правила дорожного движения не так уж страшны, если подойти к ним в хорошем смысле по-детски, а здесь по-другому и не получится. В Барнаул прибыла лаборатория безопасности, с помощью которой дети могут в игровой форме изучать ПДД не только в теории, но и на практике. Профилактика детского травматизма очень важна. Профилактика включает в себя как элемент, наверное, да, обучения навыкам безопасного поведения на дороге, которые дети должны получить как от родителей в первую очередь, далее там в образовательных организациях, детских садах, школах и, конечно, от сотрудников госавтоинспекции, от инспекторов по пропаганде, которые также проводят какие-то занятия. Правильное поведение на дорогах даже со стороны самих пешеходов уже может предотвратить аварию. По официальным данным, за прошлый год в крае произошло 361 ДТП с участием детей. Ранены оказались 383 ребенка. 8 погибли. Чтобы снизить статистику, в крае запустили проект «Лаборатория безопасности». Проще говоря, это автобус, внутри которого самокаты, велосипеды, конусы, макеты городской среды. От формата лекции инспекторы переходят на интерактив. И вот как раз с помощью такого комплекса мы можем повышать культуру поведения на дорогах детей, повышать компетентность педагогов, чтобы они, в свою очередь, обучали детей этим основам безопасности дорожного движения. И, конечно же, родители, которые в первую очередь ответственны за жизнь и безопасность детей на дорогах. Причем пройти такое обучение смогут не только дети Барнаула. Лаборатория безопасности на то и есть автобус, чтобы объезжать районы края. Расписание озвучат позже. На интерактивные уроки ждут всех желающих старше 5 лет. Валентина Аскерова, Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.